канун 9 мая мы приехали в первую психиатрическую больницу города Макеевки. Нам случайно попала информация о том, можете не верить, но это действительно так, случайно попала информация о том, что сегодня здесь будут праздновать 9 мая. Мы хотим увидеть это своими глазами, потому что, ну, сами понимаете, 9 мая в таком месте вызывает интерес. Граждане и гражданки Советского Союза, победа будет за нами! Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. День победы, день победы, день победы. Спасибо. У марденовских печей не смыкала наша родина очей. И ночи, битву трубную бери, этот день мы приближаем. Скажите, вот сегодняшний праздник, это потому, что так нужно лечить пациентов, или это было вот от врачей вот такой душевной порыв? Но, с одной стороны, это, конечно, традиционно. Мы отмечаем и наши внутренние праздники, и праздники молодого государства, и религиозные. Но не отметить День Победы в стенах больницы, конечно, мы не могли. Пациенты готовились. У нас постановка Василия Теркина и Кулеш. Мы вас всех приглашаем. И концерт, свидетели которого вы были. Конечно, это радость для всех нас и память. Скажите, пациентов приходится заставлять или они с радостью сами готовятся? Ну, вы же видели, практически персонал не участвует. Мы гости на этом празднике, а для нас, для вас, для себя они устраивают такие мероприятия. Это, конечно, часть терапии тоже. Ирина Анатольевна, мы были удивлены тем, что вот врачи рядом с пациентами, честно говоря, мы этого не ожидали. Вот это традиционно у вас так принято? Но вообще традиционно русская школа психиатрическая. Доктора раньше жили. Для того, чтобы стать хорошим психиатром, доктор должен был пожить вместе с больными в отделении. Поэтому все знать их нужды, горести и делить с ними все печали. Но и потом сейчас, в период отсутствия медикаментов, это очень важный момент, когда мы рядом, и они нам верят. Победы! Этот день победы! Почему приняли участие? Потому что я мечтал об этом всю свою жизнь. Понимаете? Где-нибудь принять участие в чем-то интересном. Понимаете? И вот моя мечта сбылась. Именно, но я не понял, почему именно в 15-м году, а не раньше, ну, или позже. Так судьба. Такова воля Божья, может быть. Поэтому я ж говорю, что какое, все... Какое настроение у вас? Настроение прекрасное, понимаете? Хоть холодный день, но это будет просто прелесть, понимаете? Хоть война, сочетание 45-й и 15-й год, понимаете? Оно что-то означает. Я хотел бы, чтобы вот 45-й, 9 мая и 9 мая 15-го года, 2015-го года, оно... в чем-то было одинаково. И чтобы после 9 числа война закончилась, понимаете? И теоретически, и практически, и все. И мир наступил на всей земле. Я не то что удивлена, я благодарна
всей администрации, врачам, всей вот этой вот больнице, как они щепетильно относятся к каждому больному. И я благодарна за братика, за своего. Он единственный у меня брат. Благодарна всей больнице. Благодарна 30-го здесь маёвка была хорошая, они просто к 1 мая. Вот смотрите, 9 мая проводят. Стараются, чтобы больные чувствовали себя просто как дома. Спасибо. Да. Я подтверждаю слова моей сестры. Тут все отлично, все прекрасно. Я доволен. Ваше настроение перед праздником? Очень хорошее. Тем более, что мы идем на выписку. Мы идем на выписку, да. Спасибо. Спасибо. Только что закончилось празднование Дня Победы в психиатрической больнице номер 1 города Макеевки. И, честно, праздник, который нас, врать не буду, и удивил, и поразил. Потому что, ну, мы не ожидали увидеть такое. И заканчивается он, как уже мы выяснили, традиционным фотографированием пациентов и врачей вместе на ступенях больницы. Вот, ну а я думаю, что хорошее настроение и память об этом дне еще долго будет вот, в сердцах пациентов. Я думаю, это поможет как-то им еще больше.